Заряд. Снаряд. Преимущество тактики в том, что танк может работать как артиллерия, то есть с закрытой позицией на дальнее расстояние. То есть в нашем случае это порядка от 7 до 9 километров дальности. Значит, в чем преимущество? Преимущество еще в том, что это не прямая наводка, то есть прямого открытого боестолкновения не происходит. То есть мы работаем по координатам, ну и, соответственно, посредством связи нам дают либо корректировку, либо попадаем и снова бьем туда же, в одну точку. Попадаем. Результат есть. Бывает по-разному. Скопление техники, скопление живой силы. То есть передвижение каких-то группировок, может быть, там ДРГ, не знаю. Это мы уже узнаем потом. То есть поначалу мы работаем по координатам, по приказу. Все. Стараемся по приезду на позицию танк, как положено, маскировать, чтобы нас и сверху дроны не замечали особо. Все как полагается. Главное маскировка, главное это самое, грамотная работа, слаженность экипажа, и все нормально. Ребята дружные, молодцы, то есть друг друга все понимаем, как бы, коллектив сам по себе, рота, батальон, все вот так, как единое целое. Ротный, старшина у нас, вот такие ребята, то есть мы как-то все вот так вот все сплачены. Техника, подводит, не подводит. Техника добрая. Как конь, знаешь, если за ней ухаживать, она тебе отвечает так же, тем же. Не подводит, все хорошо.